Приморский Восток выиграл первую домашнюю гонку чемпионата России по спидвею. В течение 15 заездов команды Приморья и Тольятти боролись за право стать победителями первой гонки. Обе брали тайм-аут, один из участников приморской команды едва не получил травму. Однако Восток смог обыграть достойных соперников и стать победителем гонки со счетом 52-38. Напомним, история команды Восток из Владивостока насчитывает уже более 60 лет. За это время она не раз становилась чемпионом СССР и России, всегда собирала полные трибуны зрителей, стала визитной карточкой Владивостока и Приморья.